смотрите во вторник в программе «Особая статья». Вашингтон вновь дестабилизирует Ближний Восток. На этот раз США решили вооружить курдов. Это влечет за собой, безусловно, разделение Сирии. Этот конфликт фактически вяжет всех. Из него никто не может просто так выскочить. Чем новый виток агрессии, спровоцированный американцами, грозит Сирии, Турции, Ирану и России? «Особая статья» во вторник в 21:35 на телеканале «Звезда».